Видишь все эти звезды? Там мы поселимся, когда улетим отсюда. Их целая куча. На какой мы будем жить? На какой захочешь, малышка? Как же мы доберемся туда, пап? Следуя моему плану, дружочек. Что еще за план? Я помогу вам всем добраться до безопасного места. Это единственная причина моего существования. Да здорово, что папа тебя нашел. Приятно, что нас кто-то заботится. Да весьма. Как же ты нам поможешь? Позволь объяснить. Давным-давно здесь закопали огромное количество древних устройств и аппаратов. Аппараты, способные на то, в чем вы так нуждаетесь. Они закопаны глубоко-глубоко под землей. Но, как видишь, мне под силу самостоятельно их раскопать. Мы с папой что угодно раскопаем. Да, вы роботы просто созданы для физического труда. Только не подумай, что это будет легко, дружочек. Нам придется спуститься куда глубже, чем сможешь вообразить. Мы найдем путь к звездам, только добравшись до самых недр планеты. Раз уж эта задача не из простых, мне потребуется надежный помощник, вместе с которым мы точно достигнем цели. Кого же ты выберешь? Тебя, конечно. Ого, значит, я стану героем. Совсем как ты? Герои дарят остальным надежду, верно? Мой лучик надежды — это ты, малышка. Получается, ты всегда была героиней. Папа, гляди, вон там, там шахта. Ну что, народ, за работу? Прохлаждаться некогда, если мы хотим добраться до старого летающего аппарата и свалить с этой планеты. Слышишь, какой это шум? Наверняка это старые петли, подъемники скрипят. Мы их два счета смажем. Уж будьте добры, если затея ничего не выйдет, мне конец. Ясно тебе? Я не шучу. Для начала нужно здесь обосноваться и отстроить город. Выжми из этой земли все ресурсы до последней капли и следи, чтобы народ не расслаблялся. Мэм, это как-то чересчур. Займись уже делом. Да, давайте займемся делом. Так что это? Даже тачка есть. Так, а где наше поселение? Ага. Вот оно, да? Так, единственное, что в глаза бросается, картинка какая-то мыльная. Не знаю, может дальше получше будет. Так, давайте, наверное, мы поиграем минут 40 в эту игрушку, посмотрим, что можно добиться, как говорится, за это время. И, в принципе, будет одна серия. Не знаю, буду ли я проходить ее полностью. Если, конечно, кто-то прям очень сильно захочет, то для тебя можно будет сделать. Но пока как-то так. Так, давай смотреть. Давай дороги. Ага. Давай проведем вот так, да? Городок наш. Я так понимаю, этот забор, это мы не можем, пока мы здесь строимся. Здесь мы можем тебя выкупить, да, потом вот эту вот часть. Угу. Так, тебя мы перенести можем? Нет, тебя мы перенести не можем. А как же мы будем здесь строиться? Как же мы будем здесь строиться? И ты здесь мне мешать будешь, да? А не, не будешь. Отлично. Так, давай, наверное, мы... Знаешь, как сделаем? Приведем еще вот так дорогу. Не, вот так. Вот так. Вот сюда. И отсюда тоже проведем дорогу по максимуму, сколько можем. Я так смотрю, у нас здесь железная дорога, значит, поезда будут. Главное, чтобы они нам тут не мешали, эти дороги для поездов. Так, давай смотреть, давай строить дом для рабочих. Будем, наверное, в два ряда их вот так вот ставить, да? Будем отступать место, либо не будем. Наверное, не будем. Отлично. Могу провести дома, значит, расширяем вот сюда. Здесь у нас будут дома для рабочих.
А здесь будут дома для рабочих у нас. Так, что мне нужно с тобой сделать? Нужно тебя отремонтировать. Угу. Нужно 4 чего-то. 4 дерева, да? Так, магазинчик. Магазинчик у нас сюда влезет? О, влезет, да. Давайте сюда поставим магазинчик. Отлично, ускоримся, наверное, потому что на маленькой скорости мы будем очень долго это все делать. И давайте дальше дома строить. Все, хватит? Отлично. Так, новый рубеж разблокирован. Волес, опилка, склад, ремонтный цех. А здесь у нас декор. Так, сезонные. Фонтан. Угу. Здесь морковище. Морковище, прикольно. Так, ты кто? Курятник. Блин, хочу курятник, но это всего лишь декор. Так что ладно. Так, давайте смотреть склад. Я предлагаю складские помещения перенести все в эту часть. Как вам такая идейка? Давайте, наверное, мы дорогу сюда. Почему? Ты кто? Яйчишка динозавров, да? Морковка. Окей. Тогда, наверное, как-то вот так вот. И вот так вот стоять. 4000 дали за яйчишку. Прикольно, прикольно. Так, рабочий склад. Давай, наверное, склад мы поставим куда-то вот сюда, да? Он же здесь нам мешать не будет. Или перенести его, сделать. Да, давай, наверное, склад сюда. Так, дальше что у нас здесь идет? Лесопилка. Так, деревья, да, ты у нас будешь собирать? Куда тебе поставим? 100%. Ага, отлично. А здесь 14%, да, будет всего лишь. Угу, дорогу мы сможем прокласть сюда, да? Можем проложить. Тогда давай, наверное, еще одну лесопилку сюда поставим. О, 100%. Шикарно. Вот как-то сюда. Не знаю, выращивают ли они здесь деревья, либо нужно будет идти с вами сюда. И кактусы сажать. Хотя из кактуса уже не получится у нас, да? С вами вырастить. Так, цветущий кактус, кактус, кактус. Давай, наверное, один посадим. Я не знаю, посмотрим, получится, не получится. Вот сюда. У тебя минус 100 баксов. И дальше будем разбираться. Так, что у нас дальше идет? Ага, вот лесопилку. Лесопилку мы ставим тоже вот сюда, чтобы нам не мешало. Надо будет потом как-то вот это вот яйцо убрать оттуда. Я не знаю, каким образом мы это будем делать. Ну, и ремонтный цех. А что у нас ремонтный цех делает? И куда нам его ставить? Ага, здесь не помещается. Давай попробуем сюда. Да, давай ремонтный цех сюда. Так, что тебе нужно? Отремонтировать. Рабочие 41 и 120. Хорошо, мало. Рабочие 48 и 70. Так, нам нужно больше с вами рабочих. Так, а чем вы вообще занимаетесь? И зачем роботам нужны куры? Что они с ними делают? Так, у меня есть роботы на канале. Что вы с курами делаете? Скажи, пожалуйста. Как говорится, напиши мне, Skynet. Не забудь. Да, давай дальше смотреть. Так, может еще рабочих добавить? Давай добавим рабочих. Я думаю, они нам пригодятся. Вот как-то доконечные, да? Давай сделаем. Ага, доски. Досок мало, досок мало. Улучшать можем лесопилку? Так, модификация предметов изменить. Нет потери дешевых предметов. Хорошо, значит, можем модифицировать, да? Отремонтировать 4 доски нужно. Так, надо не забыть сейчас сделать себе 4 досочки. Ч
еще по поводу дерева. Плодородность 100%, рабочий 15-15, деньги 1, ага. А магазин нам приносит сколько? Деньги 5, содержание. Изменить, хорошо. Не уверен, конечно, что мы за 40 минут тут сможем что-то с вами грандиозное построить. Но я же говорю, если зайдет игрулька и заходишь в продолжение, то напиши, не стесняйся. Позаписываем пару серий. А так я, в принципе, думаю, с такими играми записывать одну серию, чисто чтобы для ознакомления, для вашего, для своего. И чтобы было что-то на канале. Так, давай ремонтировать. Рабочие 120. Ага, у нас рабочих нету. Это вот плохо. Тогда давай, значит, тебя еще вот. Ой, а я тебя могу удалить? Или не могу? Или мне не надо тебя удалить? Я правильно все сделал? По-моему, да, да, правильно. Так, давай тогда вот так вот, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Абсолютно. Все, шикарно. Здесь у нас будет жилая зона с вами. Должна здесь будет ферма, да? Тут ферма вот, по-моему, кактусовая ферма, да. Давайте, наверное, кактусовую ферму мы с вами перенесем, может, в эту вот часть, куда-то вот сюда, типа вот так. Где-то здесь будем с вами выращивать, да? Кактусы. А потом, когда откроем эту часть, или мы не сможем с вами открыть эту часть. Дальше будем развиваться. Так, ты кто? И можем ли мы тебя перенести? Нет, мы тебя перенести не можем. Но нам нужно 8 дерева и инженера 18. Ага. Ага, инженеры. Инженеры, я так понимаю, у нас из домов, да? Будет как в Анну. Мы сможем модифицировать с вами. Так, что не хватает? Нужды. Ага, магазин не достает, да, до вас? Окей, окей, без проблем. Давай построим магазин. Блин, а я не могу удалить одно здание, снести, к примеру, туда и построить здесь магазинчик. Вот так вот, да? Оно? Либо не оно. Нет, не оно. Почему не оно? Потому что оно не хочет, да? Ладно, тогда значит делаем как? Мы удаляем отсюда. Да, я таки извиняюсь, кому пришлось выехать. Ну, давай сюда магазинчик мы тоже построим. А здесь можно и будет какой-то декор вставить. Что мы тут хотели? Давайте, может, фонтанчик? Во, смотри, идеально, да? Идеально, здесь будет фонтанчик и плюс... Так, птичник, нет, не подходит. Морковка пусть будет. Цветочек. И что еще мы можем? Так, яичишки нет. Кактус. О, и пусть два кактуса будет. Шикарно, шикарно, я думаю, вообще отлично. Так, значит, можем тебя ремонтировать, да? Нет, не можем, почему? Потому что 108 и 120. А я больше домов не хочу строить. Меня, в принципе, это устраивает. Здесь я хотел ферму кактусовую. Ну ладно. Так, кактусовая ферма. Давайте мы перенесем тебя вот сюда, да? Отлично. Что здесь нужно? Разместить поля. Могу здесь поля ставить? Да, могу. Раз, два и три. Но я думаю, нам нужно будет больше кактусов, да? Так что давайте поставим еще одну ферму. Еще одну ферму поставим сюда. Разместить поля. Раз, два, три. Все, будет как-то так. Если ты перфекционист, и у меня здесь что-то неровно, то я таки извиняюсь. Так, новый рубеж. У нас что-то открыто. Отлично. Так, инженеры и инструмент предметов. Это что такое? Мы можем с вами что-то сюда класть, да? Ну, пока непонятно. Так, что еще есть? Лежательная печь. Хорошо. Кактусовая ферма. Тебе всего хватает? Чего тебе не хватает? У тебя угля не хватает.
Так, ладно, леса повал. Но у нас с вами есть, да? Значит, печка, которая будет сжигать это все. Блин, хотелось бы куда-то тебя сюда поместить. А я могу тебя удалить? Нет, не могу. Это плохо. Тогда знаете, как будем поступать? Наверное... Ага, и тебя не могу обойти, да? А перенести могу? Тебя могу, тебя не могу. Удалить? Тоже нет. Ах ты, падла. Ладно, тогда сжигать уголь мы с вами будем. Вот. Вот здесь, я думаю. Так, раз и два. Не знаю, нужно ли нам больше. Чего тебе не хватает? Так, нету склада. Хорошо, ну давай склад тебя сюда поставим еще. Все, устраивает, все. Отлично, можем отремонтировать? Да, можем отремонтировать. Старушка опять заработала. Так что перевозить припасы теперь куда проще. Погоди. Это еще что? Ну надо же, в темноте кто-то прятался. Нет, нет, я не прятался, просто задремал. Поезд опять на ходу. Приветствую. Всего-то старая жестянка. Одно слово, и инспектор вышвырнет его отсюда. Ага. Поступай так с незнакомцами не по-нашему, мэм. Рады знакомству. Не хочу оставаться незнакомец. Я торговец. Такая у меня работа. Вроде бы могу вести ваши торговые дела. Поезд ко мне прислушивается. Ты бы нам здорово пригодился, дружище. Добро пожаловать в команду. Я к вам присоединюсь. Гул из-под земли такой жуткий. Почему я никак не вспомню? Так, отлично. К нам едет торговец, правильно я понимаю? 15 тысяч, 3500. 15 тысяч рубины. Не знаю, откуда мне нужно будет добывать рубины, но пока, в принципе, и не важно, да? Давайте посмотрим. Всего ли тут хватает? Угля не хватает, да? А почему? Почему не хватает угля? Наверное, из-за того, что дороги, да, нету? Или почему? Тебе хватает угля? Тебе хватает угля, а тебе? Тебе тоже. Все. Уровень счастья 100%. Хорошо. Давай смотреть, что тут еще добавилось. Ничего. Так, инженеры. Мне нужно рабочие 200 штук. А у меня их нету, да? Так, яичко до сюда. Блин, а вот такие маленькие бонусы мне нравятся. Так. Ага, ремонтный цех. До тебя не достает, да, я так понимаю? Да. Тогда давай, наверное, мы ремонтный цех еще один с тобой поставим. Угу. Блин, а что оно не хочет его? Хочет его. Ладно, придется делать как-то так, правильно я понимаю. Так, шахтный стул не отремонтировать без инженеров. Прежде чем мы доберемся до старого летательного аппарата, нам еще много предстоит узнать. То есть ты знаешь не все на свете? А вот так вот. Какая прелесть. Маловероятно, что сможешь придумать такой вопрос, на который у меня нет будет ответа. Раз уж так, всезнайка, с тех пор, как мы приехали, я слышу какой-то странный звук, будто... Тоскливую песню. Ты в курсе, что это такое? Мои подозрения подтвердились. Ты это слышишь? А что, ты тоже? Нет, я не слышу. Я ощущаю. Что же это? Город, что здесь стоял раньше, целиком полагался на технологию, которая снабжала его энергией. Эта технология отвечала на управляющий сигнал. Старый сигнал. И вот ты и слышишь. Ага, загадки-то. Ты шо? Так, что я хотел? Я хотел еще что-то построить. Не, ага, ремонтный цех, да. А мне нужно его делать как-то где-то... Где-то вот тут, да? Достает же? Да, достает. Давай тогда ремонтный цех вот сюда поставим.
Значит, сразу нужно провести будет... Это что такое? Мешает что-то. Значит, нужно будет провести дорогу сразу вот сюда. Чтобы я понимал. Ага. И вот так вот сделать. Так, инженеры. Давай смотреть на инженеров. Что не так? Ага, во-ля. Теперь мы можем с вами повысить до инженеров. Да, давайте повышать. Все, отлично. Что здесь? Нам нужно с вами 18 инженеров и 8 досок. Что тут по поводу дерева? Они же сажают, да, его? Ну, насколько я вижу, вроде бы да. Так, отлично. 16 из 18 инженеров. Тогда давайте повысим еще инженеров. Раз. Вот так вот, да. Блин, единственное, что мне сразу уже не нравится в этой игре, то что какая-то мыльная картинка. Я пробовал ее брать, не получается. Вот это вот. Вот это вот так оно и есть. Та ты шоля, какой розовый поезд. Здорово. Еще и с яичишками. Так, на станцию прибыл поезд. Отлично. Так, золото, 20 единиц золота. 8000 баксов. Это типа я могу... Нет текущих сделок. Так, это вот торговля, да? Это мое. Выберите ресурс. Выберите ресурс. Золото купить. 24 тысячи. Ой, нет, что-то сильно много. Не, пока мест нам этого не надо. Вам еды хватает? Не знаю, надо ли строить как-то свою ферму еще одну. Но, возможно, давайте, наверное, еще сюда одну поставим. На всякие пожарные. Мало ли, может, мало будет. Согласны? Так, давай, наверное, вот так. Раз, два и три. Отлично. Здесь мы проведем вот так дорогу. Шикарно. Все, давайте смотреть. Вроде мы можем с вами отремонтировать тебя. Да, можем. Нет связи. Че? Связь железной станции нет. Это типа мне нужно провести дорогу. Насколько я понял. Правильно? О, да. Шикарно. Но и опять же остается у нас мало места для всего. Давайте тогда примерно плюс-минус назначим как-то. Как-то вот так разметим это все. Разметим как-то вот так это все. И будем тебя ремонтировать. 8 досок, хорошо. У нас нет еще 8 досок. У нас только 5 штучек. Что здесь? Постройте. Чего-то тебе не хватает? Так, постройка не входит. Сюда нужен склад. Правильно я понимаю? Угу. Везде вам нужен склад. А я могу тебя как-то так... Чтобы ты мне не мешался здесь. Во, шикарно, могу. Тогда сделаем у тебя вот так. Блин, маленькая карта такая. Если честно, маленькая карта. Не знаю, может, если яркость чуть-чуть ниже сделать, будет лучше. Напишите, как вам картинка, не сильно мыльная? Потому что у меня вроде бы как глаза разъедает. Можем, конечно, зайти в настройки, но... Я не уверен, что это нам что-то поменяет. Так, 8 досок. Мне нужны доски. Так, изменить нет подходящих. Лесопилка. Лесопилка. И что? Предметы можно управлять и добавлять нет подходящих предметов. Ну, нет так нет, что я могу сделать. Так, что нам нужно? Так, самогонозавод. А, салун. Отлично, салун. Я так понимаю, салун нам нужен будет для рабочих, правильно? Ну да. Если мы будем с вами, чуть ли для инженеров, с вами делать, то придется и сюда тоже
колонны тут ставить. Ладно, давай ставим... Ставим салон сюда раз. Так, сама у нас завод. Завод по просеиванию песка. Плодородность 100%, 89%, 100%, да? Давайте, наверное, куда-то его переносить. Наверное, в эту сторону. В эту сторону. Так, мне нужно 100%. 91, 72. Это никак не влияет на постройки, типа, на счастье, уровень счастья. Блин, не знаю. А тут тебе нельзя нигде поместить. 76, 90, 100. 90, 100. Так, ну дай-ка мне дорогу. Угу, сюда можно дорогу провести, да? Отлично, ведем сюда дорогу. Здесь, наверное, мы с тобой поставим песочек. 81, 70, 90, 100. Во, шикарно. Все, никому ж мешать оно не будет. Я думаю, не должно. Дальше еще. Так, стеклодув. Стеклодув мы ставим с тобой. Давай вот сюда. Кактусовая ферма, понятно. И аппарат, да? Аппарат мы с тобой сможем сюда поместить, я думаю, да? Отлично, а здесь как раз проведем с вами дорогу. Все, и отсюда тоже туда. Нам нужно больше дорог. Так, дай смотреть, что здесь еще есть. И кактусовая ферма. Ну давай сюда пару штучек кактусовой фермы влепим. Правильно? Чем мы, как говорится, теряем? Так, и одну... Вот сюда. И как раз еще одна кактусовая ферма, я думаю, сюда и влезет, чтобы мы использовали с вами все рационально. Я только не уверен, что сюда влезут три. Угу. То есть три фермы наши влезут, вот эти вот. Хотя попробуем разместить их. Так, а что, как тебя ускорить? Нельзя никак? Нет, нельзя. Почему? Потому что у нас не хватает своих материалов. Угу. Ладно, подождем. Скорость, конечно, по максимуму, но что-то как-то долговато идет. Так, отремонтировать. Ладно, давай, наверное, сейчас тебя отремонтируем. Нужно будет дождаться 8 досок. Все, ремонт. Шикарно. Так, шахтный ствол. Все работает гладко. Отлично. Ждем тогда, пока здесь достроится наш заводик. Надеюсь, не влияет никак на плодородность деревьев, да? Так, что ты мне привез? Дай посмотреть. Блин, а вот это, я думаю, рубины. Это золото. 8000 распродано. Это я купил золото или продал золото? Непонятно. Так. Отлично, мы справились. Теперь разобьем парочку бараков для шахтеров и начнем копать. Только вот что-то потрахивает, будем копать медленно. Так и есть, планета становится все нестабильнее. Проявите осторожность. А когда найдем аппарат, который нам нужен, как думаешь, моя дочка сможет его починить? Управление над старым сигналом передалось потомкам тех, кто жил здесь раньше. И так вышло, что это неоценимый удар достался именно твоей дочери. Уже я никогда не сомневался, что она особенная. Пора найти этот аппарат. Пусть даже по частям я буду где-то в темноте. Так, отлично. Ты кто? Нажми. Нажал. Да ты шо, это зюет. Ля, ребят, мы под землей можем с вами строиться. Майнкрафт, моя жизнь. Так, инструмент для копания. Копать.
Хорошо, все, копаем. Не, не. Инфраструктура, столб. Ага, столб. Зачем нам столб? Не знаю. Давай здесь копать. Непонятно. Давай вот так копать. И здесь копать. Давай везде копать, где можно копать. Все, отлично. Так, бараки. Барак шахтеров. Давай мы тебя поставим. Ой, боже, он так все трясется. Давай, наверное, сюда поставим и сюда поставим, да? Вот так. Не знаю по поводу столба. Зачем нам столб? Чтобы, типа, оно не падало или что? Хорошо, давай столб сюда этим поставим. Все, отлично. Копать. Ага. Так, инженеры 20 из 200. Хорошо. Бараки шахтеров. Недостаточно. Так, недостаточный размер помещения. Функционирование невозможно. Помещение должно занимать не менее 9 клеток, чтобы предоставить какие-либо преимущества. Чем больше помещений, тем больше преимущества. Ну окей, давай удалим тебя. 9 на 9, а как мне копать? Ну копай. Аля. Хорошо, давай тебя еще поставим. Помещение слишком мало. Я это понимаю. Это такие, понимаешь, у нас слишком мало. Как мне его улучшить? Не? Столбы, 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 столбы. Может, сюда столб поставить? Все, отлично. Хорошо, хорошо. Почему вы не копаете? 9 на 9. Так, раз, два, три, четыре. Ага. Хорошо, давай. Давай, 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 что-то. Давай что-то думать. Давай так думать, давай. Хотя не, я хочу все, чтоб копали. Но они не будут, помещение слишком маленькое. О, понеслась. Ля, 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 все, все отлично. Просто мало было этих бараков, да, наверное? Но я уверен, что по-любому мы все тут завалим с вами, но... Ничего страшного, это роботы. Я думаю, мне больно будет. Так. Ты кто вообще, столб? И зачем ты мне нужен? Я могу удалить столб вообще? Так. Удалил. Я предлагаю столбы вот так по окружности потом сделать. По периметру. Согласна? Ладно, пусть наши пока мисс копают, мы как вернуться домой? Пыльная пещера, сити. Ага, пусть наши пока копают, мы посмотрим, достроилась здесь, нет, не достроилась. Почему? Потому что не хватает досок, у нас досок мало. У нас мало досок, можно было, конечно, пещер поставить бы тебя, наверное, вот сюда, да? Куда-то, да, наверное, куда-то вот сюда, чтобы у нас доски были. Незастреленная плодородная почва на 71%. Чем тебе шути, шути. Хорошо, а если я тебя
тебя удалю. Все, а теперь отлично. Теперь 91%. Все, понял, рядом строить ничего больше нельзя. Хорошо, значит, нужно куда-то тебя переместить. Так, а куда? Помещайся. В принципе, да, но дорога, да, мешает. Хорошо, куда тебя так бы поставить бы, чтобы ты никому не мешала? Во! А иди-ка ты сюда. Никому там на плодородность почвы не этот. Никто не будет жаловаться. Я надеюсь. Так, яичишка, стой. Отлично, 3 брюлика получили. Все. Так, ожидает поставки ресурсов. Хорошо. Что у нас по поводу не хватает? Самогонки. Ну да, куда же без самогонки для роботов, да? Так, что у нас тут наши шахтеры? Да ты шо, ля, сколько прокопали? Ты кто такой? Дай сюда. Так, грязная вода. Ой. Ага. Ты кто? Песчаник. Отлично. Отлично, отлично. Давай, наверное, мы тебя тоже выкопаем вот так вот. И попробуем поставить столбы, да? Получится ж. Или нам нужно столбы ставить конкретно в этих местах? Непонятно. А, здесь осыпается все. Может, реально нужен столб сюда куда-то ставить? Ага, а столбы у нас просто переносят постройку. Хорошо, давай сделаем вот так. Давай сделаем так. Блин, вот видите, где осыпается, где камушек, там строить, к сожалению, нельзя. Так, чтобы прокопать и почву, требуется более сложный инструмент. Хорошо, я понял. Это то есть нам нужно будет вот эти вот, да? Бараки-старатели, инженеры, ага. Ладно, давай тебя разместим вот так вот. Разместим тебя вот так. И давай сюда стол поставим. Ага, ля, смотри, они очищают все это. Шикарно. Тогда, когда они закончат копать, они просто очистят это все, да? Ой, что-то обвалилось. Булыжник. А забери его, пожалуйста. Забери его, пожалуйста. Так, я предлагаю, наверное... Давай, наверное... Я не знаю просто, сколько нужно. Давай сделаем вот так. Давай сделаем вот так. Потом пойдем в эту сторону. В эту сторону пойдем. И сюда поставим один. Все, а здесь разместим наших... Наши домики разместим. Все, правильно же? Вроде бы правильно. Так что давайте дальше копайте. А вы не можете, да? Это можете копать? Вроде бы можете. Хорошо, отлично. Давай, наверное, сюда. Сюда и сюда. Все по возможности. Добывайте мне зоэта. Нам нужно больше зоэта.
шикарно. Вроде не жалуется. Вроде не жалуется. Давай, наверное, вот так поставим. Для укрепления. Все, отлично. Идем тебя на поверхность. А вы пока не сработаете. Хорошо, мне нужны грядки, да? Да, мне нужна грядка. Раз. И все. Будет одна грядка, что все. Я здесь, кажется, поделать уже ничего не могу. Так, давайте смотреть, что у нас добавилось. Вроде ничего. Значит, можно будет... До какого ты достаешь? Вот до этой штуки. Хорошо. Здесь мы с вами... Раз, два, три. Отлично. Салон есть? Достает? Да, достает. Можно будет еще здесь тебя улучшить. Все. Отлично. Что у нас по поводу инженера? Сколько? 27. Ага, и минус 25 рабочих. То есть в любом случае мне нужно будет домики для рабочих делать. Правильно я понимаю? И куда мы пойдем? У нас тут мало места. Куда-то сюда будем, да? Типа в эту сторону развиваться. Или попробуем еще здесь пройтись. Хотя мне еще салон нужно будет ставить. Еще один салон, да? Который будет доставать и с этой стороны, и с той стороны. Ага, ага. А если мы с вами, знаете, как поступим? Возьмем, сделаем вот так вот. И здесь поставим рабочие домики. Как думаете? Раз, два, три. А здесь не хватает. Ну тогда мы с вами... Там что-то бумкнуло. Я надеюсь, это не шахта наша обвалилась. Потому что будет неприятненько. Так, все, домики. Поставим вот так. А теперь мы тебя возьмем и улучшим, да? О, шикарно. Так, окно управления. Баланс, хорошо. Части построек. Окей, давайте спустимся в пыльную шахту. 64 из 70 инженеров. То есть мне нужно еще будет сейчас улучшить один домик, и мы сможем с вами... Правильно понимаю? Да, отлично. Так, барак строителей. Хорошо, давай барак строителей у нас будет... Вами вот так вот делаем абсолютно. Здесь мы тоже с вами устанавливаем его. Шикарно. И давай смотреть, сможешь ли ты тут здесь копать. А, да, может. Шикарно, шикарно, шикарно. Ну все, все, тихо, тихо. Так, что мне нужно? Инженеры. 72 штуки. Барак строителей. Блин, давай тебя поставим сюда. И еще инженеров, да, налупим. Надеюсь, эта постройка не... Ага. Не обрушится. Я на это и надеюсь. Так, это лифт. Отлично. Здесь что мы? Ага, копаем. Копаем, копаем. Так, а кто в курсе по поводу вот этих вот столбов? Скажите мне, пожалуйста. Так, мост. Мне нужно 200 инженеров. Ну, для этого... До этого еще, как говорится, рановатенько все делать. Что по поводу почвы? Хорошо, тебя не устраивает, да? 100%. 93. 100. Хорошо.
отлично. Так, дорога. О, мощеная дорога. Давайте посмотрим, как она будет у нас с вами выглядеть. 5600 стоит. У нас вроде денег хватает. Ну все. Другой вид, правильно? Правильно. Так, улучшаем, улучшаем, улучшаем. Шикарно. Наверное, на производстве тоже нужно это все сделать. Они, по идее, должны будут быстрее идти. Вроде бы как бы должны, правильно? Должны будут быстрее бегать. Ага, не хватает инструменты. А где я инструменты делаю? Я делаю где-то инструменты, либо не делаю. А, вот, изготовить инструментов. Хорошо, лом. Встречается в шахте. Изготовить инструменты. Так, инструменты мы будем с вами изготавливать. Давайте, наверное, в этой части. Все, на почву никак не влияем? Нет, никак не влияем. Хорошо, отлично. И кто у нас? Офис наблюдателя. Офис наблюдателя. Давай, наверное, мы тебя сюда впендюрим. Хотя здесь вроде салон должен будет стоять. Но. Ладно, давай, наверное. Да, давай сюда. Нет, не ты, вот ты. Вот так вот, и вот так вот, все. Я испортил. Не хватает инструментов, ну и ладно. Так, мне нужен лом. Лом у нас находится в шахте. Давай, добудьте мне лом, пожалуйста. Так, бараки механиков, бараки шахтеров, бараки строителей, инженеры 81-120. Так, инженеры 81-120. Они считаются наверху мои инженеры или здесь? Просто мне нужно ли улучшать сейчас будет домик, либо не нужно? Ага, инструменты. Так, поезд это... А можно мне инструменты купить? 36 тысяч, а мне 82 тысячи, да? Да. Создать сделку, отлично. Ждем поезда. Не знаю, стоило тратить 36 тысяч, либо не стоило, но... Ладно. Так, давай улучшать. А, 2 из 3. Блин, игрушка вроде прикольная. Но опять же, я уверен, что эта игра не для записи, а чисто для себя посидеть, покайфовать, не спешить. Вот из-за чего я решил не делать больше одной серии. Так, ага, и дальше можем пройти, смотри. С вами прикольно. А здесь мы сможем открыть только... Только когда-то. Когда-то потом, а. Хорошо. Так, ну тут дорога надо. Явно, я думаю, не нужно. А вот сюда я бы, наверное, провел бы, да? Вот так вот. Вот так вот. Ага, 98%. Блин, из-за дороги у тебя плодородность, да, маленькая. Ну, извини, какая есть уже работа, говорится, на том, на чем работаем. Так, давайте улучшим домики. Раз, два, три. Сюда салон достает. По идее, достает. А мы можем тебя изменить? Нет, почему бы нет? Глянуть на железнодорожную станцию и не посмотреть, какие предметы выставлены на продажу. Давай посмотрим. Так, лом. Это мне не надо. Это мне не надо. А почему тогда я не могу? Так, модификация предметов одна штука. Где мне их найти? Так, деньги, предмет обслуживания, бонус к жителям, +5 услуга. Ага.
50 тысяч стоит, а у нас 91 тысяча, рубина 7. Оборудование шахтер, он был скорость копания. Нас вроде хватает заказать и то, и то. Давай попробуем. Раз. Два. Мы все потратили с вами. 17 тысяч осталось. Да? Да, 17 тысяч осталось. Ну что, теперь можем улучшить? Фу. Так, услуги жителям. Плюс пасть бонус к жителям. Мы устанавливаем. Или не устанавливаем. Или куда мне это все лучше? Давайте в шахту спустимся, посмотрим, можем ли мы бонус. Скоростью копания 33, скорости передвижения. Отлично, есть. Ну что у нас по поводу инженеров? Мы можем с вами 114-120? Нет, не можем. Тогда нужно будет с вами еще, знаете, что делать? Еще нужно будет построить с вами домики. Наверное, в этой части, да? Для инженеров. Либо мы сможем с вами улучшить. Вот так. О, новый рубеж. Все, разблокировано что-то. Хорошо, отлично. Возвращаемся к шахте. Так, бараки, бараки механиков. Давай, наверное, мы тебя сюда, барак механиков. Поставим, отлично. И давай вот сюда. Все, теперь мы сможем с вами копать же, правильно? Нет, копать не можем. Непонятно. Ну ладно. Так, мастерская. Мастерская, мастерская. Отлично. Так, нет ресурсов для добычи. Для добычи чего? Так, наблюдательный пункт. Так, помещение слишком мало. Да ты что, серьезно? А то я не заметил. Я бы, конечно, тебя проширил бы. Радость, но, увы. Ладно, вернемся к вам немножко попозже. Так, давайте смотреть, что у нас здесь с вами есть. Изготовление... Кирок, лом, издаление кирок. Ага, издаление кирок. Давай, наверное, мы перенесем тебя вот сюда. Да, отлично. Там завод по производству металла. Металл у нас, как обычно, под землей. Правильно я понимаю? Издаление запчастей. Так, в принципе, я думаю, что здесь... А, нужно больше рабочих, понял это. В принципе, я думаю, можно на этом, как говорится, нашу серию заканчивать. Не знаю, смотрите сами, игрулька мне понравилась, но я думаю, если бы я начинал бы заново, уже зная, что нам нужно больше рабочих, больше всего, я бы, наверное, по-другому куда-то перенес бы в другое место. С этой стороны полностью застроил бы город бы. Ну, то есть взял бы и здесь полностью, вот, наверное, сюда бы город перенес бы как-то. Ну и тоже... Из-за этих вот салонов, видите, что по дорогам нужно идти. Как-то в разнобой это не получится делать, так что придется думать. Так что все, всем, не знаю, спасибо за просмотр. Понравилась игрушка, ставь лайкосик, можешь сам скачать себе и поиграть. А я пошел, посмотрю, может еще что-нибудь наподобие такое найду. Тоже запишу одну серию и как-то так. Ладно, все, всем пока-пока и до потом.